Ребята, снова доброй ночи. 3:04 в Москве. Только что произошло 7-0 невероятное. Это была выскочка команды Red Bull, которая вообще только провела третий или четвертый матч в жизни. Но все равно разгромила 7-0. Хотя бы. Да помолчи-то, разгромила меня 7-0. Да мы сейчас за этот воздух дернем. 7-0. Вот так мы сейчас дерем. И теперь я ему прислал ответный матч. Ага. Взял его тактику на тот матч. Ты мою взял. Твою взял. А я тебе еще раз дерну, блядь. А ты поставил новую. Давай, 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 поехали. Я жажду реванша, давай, и мы поехали. Смотрим, что давай, из этого давай. Будет. Зря так поставил. 7-0 было. Не забудем, ребята, запомни, в атаку. 7-0. Не вижу камеры вот так. Да, да. Оставь. Итак, ЦСКА идет в атаку. Додонов, Малкин. Так. Жень, открывай счет. Держим, прошу, держим. Ребята, опа. Отомстить. Так. Хорошо, силовой приемчик. Отличная атака, Додонов. Пас. А вот Ред Буч ехал в атаку, получил силовой прием. Снова в атаку едет ЦСКА. Да Коста. Отлично, так, пока все в нас. Ай-яй-яй, атака Буча, внимательно. Ну, еще разок, Сорокин на место. Немножко. Ой, что за пробросы. Побороться здесь в зоне соперника. Вратарь на месте. Бывает такого, блин. Так. И теперь отбучит. Ну что? Тюхин. Давай. Получает целый прием. Ну удали. Это чистый приемчик. И все-таки удаление у ЦСКА. И сейчас Red Bull имеет шанс. Ну давай. На это нам нужно. Счет. Это нужно. Не надо. Отбились, ребята. Вопроса не будет. Мы еще раз атакуем. Снова Red Bull в атаку. Перед. И первый период закончен. Да. Ну, сейчас получше. Перекур, давай. Сейчас перекур. Получше. В меньшинстве едем в атаку. Да. Давай. Плохой пас. Обратно. Еще обратно. Попков на месте. Хорошо. И ну, пас удочку. Отлично. Большинство. Ну, сам. Перри едет в атаку. И пас. Ну. По защитнику. Еще бросок. Ну. Здорово приняли его на бедро. Отбросились. Леша, так. На экран. Не важно. И так. Удаление у Red Bull. Вот сейчас надо открывать счет. Ты. Это безумно, это безумно. Бросок, гол! Стефан да Коста 1-0. Ну что, отомстим. Ну, за 7-0, конечно, не получится, но хотя ах, бы. Ты слышишь, уже... Хотя бы в одну шайбочку. Ну, сейчас 1-1, сейчас, было... ну, сейчас вторую будет. Забьем. Сейчас давай, будет. Давай. Ну, Red давай, ребята. Козлов. Пожалуйста. Подача. Удаление у ЦСКА. У Red Bull сейчас шанс сравнять появляется. Поехали, ребята. Опять ЦСКА ребята. Недисциплинированно играет. Ну, подай, еще раз, ну, да, на месте Сорокин. Выиграть бросок. И обратно, я проиграли. И туда. И снова ну. Бросочек. Вратарь на месте. Не получилось. Сейчас все получится. Ну. Еще бросок. Зажимаем, прижали. Ну, еще разок. Отбиться. Давай, хорошо, брат. Ну, это... Времечко уходит. Можешь поатаковать. Почему? Отлично, бросайте. Почему нет? Можно так? Было сейчас забить в меньшинстве. Ну. А вот пас через всю зону. Кори Перри входит в зону. Бросок. Сорокин на месте. Второй период закончился. Третий начинается. Надо выиграть бросание. Вот, здорово. Так. Поатаковать. Нет, перехват. Ну! Сок на месте Сорокин. Ребятки, пожалуйста. Ух, штанга спасает. Ой. И в атаку идет ЦСКА. Отнять. Давай, нагибай его. И удаление. Отлично. Ты вот что сделал-то, а? Фу, есть шансы. Кошмар. Во, выбор зоны. Я могу сказать, ты опасный соперник. Тихо. Не мешай. Вот, отлично. Стефан Дакус. Держать. Один едет. Держать. 2-0. Ну что? Нет, ну так реванш взят. Счет в серии 1-1. Ну. Сегодняшней ночью, я думаю, станет. Так, еще раз. Ну, 7-0 я тебе припомню, конечно. Тихо. Сейчас, подожди. Ну все, осталось 10 минут. Да. Мы должны, ну. Да, поступим еще. Третью забьем. Нет, такого не будет. Давай 2-2. Ну, ой, вот если бы давай. Если бы ты запомнил тактику первой игры, ты бы сейчас сыграл на равных. Но ты не запомнил. Тихо, и поэтому у меня появились шансы. Бросок Стефана! Ну! Не дал. Пасуль, ну! Вот он шанс, вот он! Не надо! Ну, вот он шанс! Ну! Не надо! Блин, не пошла! Ну что, с победой ЦСКА! Хоть, конечно.
не 7-0. 3-0, да. Нет, но... не успели третью забить, всего 2-0. Ну что, сравняли счет в серии, еле-еле, забив два раза в большинстве. Спасибо всем за внимание. Слегка отомстили Ред Бучу, но Ред Буч силен. 7-0, блин. Я думаю, вам покажу. Пора приглашать его в нашу лигу, я думаю. Он... Я вам всех, всем мыло устрою. Мыло он бы нам устроил, попретендовал бы на...